Иван Михайлович, какой залог успешного дня? Потянуться, подтянуться, выпить кофе, улыбнуться. А что-то я не услышала зубы-то почистить, ты не сказал. Алена, это настолько глубоко в подсознании, что это даже не нужно вербализовать, и так это всем понятно. Ну хорошо, если ты так замечательно ухаживаешь за полостью рта, то тогда тебе экстренная помощь врачей не требуется. Надеюсь. Впрочем, в Японии ученый Казуо Ямагаши придумал альтернативу стоматологическому кабинету. Это зубная паста, которая сама быстро и безболезненно заделывает дырки и трещины в зубах. Тесты в стране восходящего солнца показывают, что залеченный при помощи такой пасты зуб ничем не отличается от здорового. Не надо никакой помощи, если вы будете наводить порядок вовремя. И не только у себя во рту, а в принципе везде. И дома, и на работе, и в компьютере в своем. Ага, а давно ли вы там наводили порядок? Сейчас послушаем эксперта. Он нам расскажет, за что хвататься в первую очередь. Ну, первое, с чего стоит начать, это содержать системный блок всегда в чистоте. Для этого достаточно раз в 3 месяца пропылесосить его изнутри. Далее необходимо, конечно, установить антивирус, чтобы обновлялись антивирусные базы постоянно, делать быструю проверку раз в неделю при помощи антивируса и полную раз в 2 недели. Также раз в полгода стоит удалять старые программы и файлы, делать ревизию. А что делать, если антивируса не будет? Если вовремя не обновлять, то фиксируется минимум 365 тысяч новых видов угроз в сутки, вот, которые могут попасть на ваш компьютер, которые могут либо заблокировать ваши личные данные, либо они попадут опять же к третьим лицам, будут использованы не по назначению. Ну что ж, спасибо, Станислав Лученко, за советы. Главное воспользоваться ими вовремя и не откладывать все на потом. Сейчас мы прогноз погоды посмотрим и потом уже делом займемся. Нет, давай сейчас займемся делом, а прогноз погоды потом. Да нет, прогноз погоды сначала. Ладно, уболтала. Прогноз погоды.